Настроение по кайфу, настроение по кайфу. Только в чем здесь вина? Тара-тара-та-та, тара-тара-та-та и тара-тара-та-та. Всем здрасте, мои хорошие, мои любимые. Вы на канале Пиратская жизнь, как всегда. Мы вчера открыли, короче, чай. Ван склянчил чай. Говорит, по тортике. Открываем быстренько чай. Все, открыли мы чай. Все, заградил. Вместо вас некуда поставить. Так, попросил он меня загнать вот этот вот промокод, который нам вчера дали в сети Мобил. А оказывается, у них, понимаешь ли, только если вы первый раз пользуетесь приложением. Так что, если вдруг кому-то интересно, если вдруг вы еще не пользуетесь приложением сети Мобил, пожалуйста, вот вам промокод. 25% скидка. Вот. Но действительно действует только, если вы им еще не пользовались. Вот. В общем, дарю по-братски. Вот, подарок вам. Что я вот это буду выкидывать. Что нам это не подходит. Потому что у нас это не проходит. Потому что мы уже давным-давно пользуемся с этим Мобил. Да. Ой, что-то я так выспалась, в принципе, да? Но все равно какое-то такое состояние разбито-убитое. Что у нас, кондей выключен? Надо включить кондей. Девочки, пока что не вешаю занавески. Завтра буду мыть окна полноценно. Вот, Алан завтра на работе. А я буду, ну, все равно заняться нечем. Вот, буду готовить не буду, буду это, окна мыть. Вот. Так что, смотрите, берем, нажимаем вот эту волшебную кнопочку, так, скидыш, у нас 25 градусов. И мне еще понравилась функция sleep. Интересно, где она? А вот, sleep. Функция sleep. Он нажался, нет? Sleep. Не действует. Странно. Так, у меня сейчас только вентиляция, у меня мод, вот, прохладненько, и немножечко 25 градусов сюда сделаем, или 24 пока что, да. Пока что жарковато. Не, ну честно хочу сказать, мне очень нравится пока что. Так, где здесь лайт? Что у нас тут? Вот. Все, выключили. Все. Да, мне на самом деле нравится, да. Конечно, непривычно, что по тебе дуют. Вот, но, честно, я кайфую. Сегодня мы с тобой кайфуем. Что мы вчера уже оценили, все закрыли. Мне, знаешь, что нравится? То, что я закрыла все окна. Вот. И то, что я знаю, что если мне жарко, я включила охлаждение, и при этом не полетит пыль. Вот. Мне это как-то легче стало. Потому что пыль для меня это прям вот... А как вчера даже мужики сказали, что да, у вас то, что дорога прямо-таки... Это прям жестко бывает. Так что кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-та. Не, на самом деле, знаете, это, знаете, в наше время это как сказать, это как про машины говорят. Это не роскошь, это средство передвижения. В нашем случае, когда у нас вот такая солнечная страна, это тоже не роскошь. Это средство выживания. Вот. Потому что вот мы, например, у наших соседей, у них страна выходит на этот, во двор. И у них, в принципе, так сильно не жарко. Я вот не знаю, у них стоит кондиционер, не стоит. Ну, просто странно, да, если у них ремонт 1,5 миллиона, и у них нет кондиционеров. Странно. Так, ладно, чаечку поставила. Объелись вчера тортами, вообще, да, у страчки, извините, отражение. Вот, так что я, блин, даже не знаю. Не, ну, на самом деле, они очень сытные, прям, знаете, по куску съел и уже прям уже сытый. Так, что у нас сегодня будет на завтрак? Так, вот я, кстати, вчерашний хачапури хотела выкинуть, потому что он какой-то не очень. Мне не понравилось, что я его выкину, он мне не понравился. Вот, и Вован вчера его даже не доел. А если Вован не доел, это прям показатель. Что-то такое. Мы же вчера еще пивка попили вечером. Маненечком. Так, надо вот эту колбаску доесть. Мини-колбаску. Сейчас вот это тоже надо кушать. Нужно подъедать то, что может испортиться. В первую очередь. А потом уже, соответственно... Ну, торты, разумеется, я достану.
О! Так, девочки. Сори, но я вынуждена вас поставить. Что-то как-то я одной рукой не очень у меня получается. Сори. Чуть все не уронила. А я тут пыталась это. Типа я такая, блин. На самом деле я криворукая. И я это признаю. Так, что у нас? Слушайте, у нас здесь колбаса вот эта вот с яйцом. На 9.04. Срокой ности 15 суток. Где-то. Ой, ее надо есть. Давайте вот ливерные колбаски сейчас порежу. Будет хорошо. Что, и сырочка, да? Вот сырочка. Будут сладости еще. И он овощей еще порезать. Помидорку, огурчик. Помидорочку и огурчичек. Так, вот огурчичек. И помидорочка, помидорочка. А то я боюсь, в прошлый раз что-то купила огурцы с помидорами, не разрезала. Ну, в смысле, это не сделала, и они просто испортились. И жалко было. Так. Холодец есть еще, но холодец у нас на ужин пойдет. А так, в принципе, все, да? Сырок пока лежит. Это вот хворост мы вчера ели. С пивком. С пивком. С пивком. На настроение пока. Ой, кстати, вот сейчас вот включил кондиционер и уже сразу хорошо. Так, это я пока прикрываю. Да, ну, все-таки это вкусная вещь, девочки. Смотрите, такие торты, торты. Вот это мне понравилось, эти профитроли. Вообще огонь. Сейчас помою. Так. Так. Так, сейчас порежем. Все, пока. Пока что я еще соображаю, пока что у меня из рук ничего не валится. А так, видите, какая безрукая, все из рук валится. Я вам хочу доказать, мы не выпили вчера целое пиво. Не выпили. Девочки, вон оно стоит, да. Это вот вчера мы клюкву купили. А это вот пиво. И там еще практически половина. Ой, у нас еще пицца есть. Пицца. Ну, в общем, на ужин у нас будет либо пицца, либо что-нибудь такое. Ну, как-нибудь перекусим. Вот колбаска. Пивко можно вечером допить. Точно. Надо все доедать, подъедать. Да. Настроение по кайфу. Главное про пиццу не забыть. А то обычно в этот холодильник что-нибудь поставишь и забываешь. Вот. У меня есть такая фигня. Уберешь и все. А, кстати, тортики я вчера убрала все в морозилку. Вон, в эту морозилку и в ту морозилку. Вот. А я так еще, знаете, подумала, как вариант, да? Например, куда вот эти тортики можно использовать. Вот, например, у вас гости, да, на пороге. Вам звонят, типа, сейчас приедем. А у вас, типа, ничего нету. Вы такие, раз, тортик, достали из морозилки. И все. И вы прям заправская хозяйка. Я вчера у них еще по сайту полазила поподробнее. У них столько всего, у них даже там мороженое, пирожное. Как я поняла, они просто это доставляют. Вот, то есть у них из разных стран. Они как дистрибьюторы. Дистрибьюторы. Вот, так что обратите внимание. Фирма Cheesecake. Вот. Кому будет интересно, еще раз оставлю ссылочки. Оставлю все ссылочки. Нам на самом деле от этого проку никакого. Нам прислали на обзор. Мы попробовали, рассказали. Все. То есть есть какие-то там, знаете, реферальные ссылки туда-сюда.
Нас просто отслеживают, как говорится. Заходите, вы смотрите, нет. Я шу, нам бонусов никаких. Но вам, если будет интересно, залетайте. Залетайте. О, все. Огурчики, помидорчики. А то что-то овощей не едим. И овощей не едим. Настроение по кайфу. Настроение по кайфу. О, видите, какая красота. Сейчас еще собираемся вечером к родственникам. К родственникам. Вот, отвезем тоже. Кое-что там Василька мы хотели отвезти. Вот еще там этот. Тортики тоже. И банки. Просили. Слушайте, знаете, у меня какой-то диссонанс. Здесь жарко, там прохладно. И как-то так это... Жарко-холодно. Так, настроение. Колбасочка. А, хлеб у нас вообще есть. Хлеб есть. Хлебушек. Колбасочка. Ой, сегодня мусора надо кучу вынести. У нас там еще на лестничной клетке коробки валяются. Дофига, девочки. Дофига, мои хорошие. Так, наш парашюты. Ну все, теперь, как говорится, техникой обложились. Теперь можно зубы на полку. Будем доедать то, что купили. Да. Кстати говоря, мы вчера еще посмотрели. Нам эти кондиционеры обошлись по 28,5 тысяч каждый. Вот, а на другом сайте мы такие же кондиционеры, точнее, не на другом сайте, а в свободной продаже, это то есть, если бы, вот, например, раздельно бы покупали, да, они бы нам обошлись в 34 500. И в итоге я поняла, что мы скидку получили в общей сложности, да, мы сэкономили 12 тысяч. То, что мы как бы купили у ребят. А отзывы по кондиционерам просто бомбезные. Это у нас Зануси, производство Гри. Вот. Это как там Гомер сказал. Какая там у них это, мутки. Что-то делает Зануси. Точнее, фирма Зануси, а производит завод Гри. Вот. Я до сих пор еще, знаете, еще пока не очень привыкла. Голову как берешь. Чуть-чуть как насморк. Ну, сейчас адаптируюсь, потому что у меня непривычно еще ко всем этим. Ко всем этим. Штучкам. Хотела сначала, знаете, яичницу сделать, потом подумать, ну нафиг. Сейчас опять нажрешься. Надо торты есть. По крайней мере, те, которые я пока что достала. Так. Колбаска. Ливерная колбаска. Вот тут у нас с влагой. Пахнет, кстати, хорошо. Что это у нас за колбаска такая? Хорошей колбаски хочется ливерной. Я помню, в детстве очень любила эту колбаску. Прям по кайфу. Это у нас первый мясокомбинат. Такая вот колбаска такая. На улице, кстати, погода такая себе. Что-то там не очень такая погодка. О, чайничек уже закипает. Чайничек. Так, мы попробуем. Весьма такая. Приятненькая. Слушай, а вкусная она. Тут рогалик можно съесть на раз. Вкуснятина. Я носом шмыгаю. Под кондеями это набегалось. Все-таки, если вы непривычны, конечно, в любом случае, какое-то время у вас организм просто еще не адаптировался. Он вроде как настроен, вроде так как жарко, вот, а у вас прохладно или что-то такое. Но
Как-то так, как-то так. Вкусно, какая колбаса. Вообще, очень вкусная. И хорошо так чистится. Приятненько. Очень хорошая, очень вкусная. Сейчас порежу ее. Вован сейчас ее схомячит. Вован! Ты кровать убрал? Как я просила. Кровать! И сырочку все порежу. Пойду отнесу попробовать. Кровать убери, пожалуйста. Смотрит во все глаза. С камерой я или без? Без камеры я, без камеры. Ну, что он там еще? Лежит, расслабляется, отдыхает. Что его дергается? Отчаянно. Кровать убери, пошли. Вредный ты мой тип человека. Человека. Простой Вован. Да, завтра все помою, будет красота. Ну, я не буду, конечно, мыть, который на лоджии, потому что я там не справлюсь, там надо лазить. Вот это я Вовану оставлю. А сама помою вот эти два в комнате и в кухне. Так, что я хотела? Я хотела чай. Хотела чай, а лезу. Надо какой-нибудь режим лайт включить, что они очень сильно дует. Где тут лайт? Лайт. Вот. Пускай он лайт. А, нет, лайт это свет. Таймер о. Клок, фан, темп. Так, давайте я вообще вентилятор включу. Во. Пускай он просто гоняет воздух. Настроение по кайфу. Открою. Сейчас чаечку заварим. Хотели что-то встать пораньше. Вот это что-то так и не стали. Что-то разоспались. Спали. И прям-таки разоспались. И даже так вставать не хотелось. Лежишь. Тебе не жарко. И, кстати, знаете, что заметила? Спали. Ну, я спала под одеялом. Но мне было хорошо. А до этого, как бы, когда ложилась под одеяло, мне было жарко. Но когда лежишь полностью раскрытый, тебе холодно. А под одеялом жарко, а сейчас было нормально. И какое-то такое странное такое состояние, сейчас мне понятно. Вот. Папа, ну убирай кровать, пошли кушать. Во, я серьезную. Сейчас приду с камерой, буду ругать. Тебя публично унижать. Так что давай. Чайку я уже заварила. Давай-давай. Вставай-давай. Давай-вставай. А вот сладость. У нас будет... Будебьёдыки. У нас будут овощи. У нас будет красота. И такое себе, правильно? Сырочку. А то Вован не жрёт его. А я его люблю. А я его. А он меня... А мы себя. Сейчас я кусочек отрежу. То, что я смогу съесть точно. Вот это вот самая вкусная часть, которая у нас. Чего он его не ест? Ну понятно. Ничего не понимает. В колбасных обрезках. Ну, крошится. Всем смотрю, девчонкам вчера так понравились мужики. Гамир, Андрей, прям. Там уже он шутит. Что за весенняя течка? Мужчины абсолютно обычные. Он побежал умываться. Я-то вот встала уже умылась. А вот он-то нифига.
Приходится его раскачивать. У меня какие маленькие кусочки сыра. Чисто. Чисто для себя. Что, Ван его не ест. Сколько раз пыталась его заставить есть сыр, этот не ест. Но не понимает, что он теряет. Та-ра-та-та-ра-та-та. Меня уже, кстати, поздравили. Светочка меня поздравила. Светулька, будешь смотреть, тебе привет. Тебя целую во всех шоке, во все губы. Мне, кстати, Свет тоже тогда сказала, что типа, чего ты себя отказываешь? Купи и кайфуй. Вот. Потому что, и, кстати, многие женщины тогда тоже писали, типа, то, что вот ты полная, ну, вы полная, да? Вот, как бы потеть в летнее время. Зачем? Вот. Проще себе там, не знаю, в колбаске отказать. Я не жалею, абсолютно не жалею. Я уже давно хотела, давно мечтала, так сказать. Я вспоминаю наши прошлые выпуски прошлого года, когда мы тоже вот сидели и ели там, и готовили, когда мы прям ставили вентилятор прямо перед нами, потому что мы просто не могли, грубо говоря, даже вот есть. Потому что настолько было жарко, вот, что прям ужасно. Так, что я хотела? Я хотела хлебушку еще положить. Хлебушка. Смотрите, как красиво все нарезала. А, все. Красота, красота. Лепота. Так, этот мозг как испортился, не испортился. Вот Вован постоянно, вот у него обгрызки тут, обгрызки там. Вот, вроде не испортился. Нет, ну взять и да, есть хлеб. Вот. Вот нафига мы купили хлеб? Вот нафига? Вот раз хлеб, два хлеб. Ему все мало. А потом пока не... О, не, во, видите, вот хлеб уже испортился. Вот. Приходится выкидывать. Хотя это бред. Нельзя делать. Так, это 20-го, 22-го. Будем есть от 20-го. Потому что нужно сначала его есть. Так, что-то у меня... Не знаю, какой-то... В общем, я теперь буду болеть. Ну, это приятно, знаете, приятно болеть. Да. Сейчас выйдешь. Ну, это, знаете, как в Таиланде вот мы были? Тоже там, что-то раз, там сопли, слюни, там туда-сюда. На улице вышел, прогрелся, все, ни соплей, ни слюней. Странное какое-то такое состояние, я не понимаю. Как такое может быть? Девочки, объясните, как такое может быть? Когда ты вот под кондеем, у тебя сопли, слюни, да? Ну, я утрирую. Вот, а когда выходишь, прогреваешься, становится нормально. Непонятно. Непонятно. Так, все, хлебцы подрезала. Давайте у нас ездит скоро. А кондиционер такое дело? Есть? Включил? Нету? Выключил. Ну, в смысле, надо, включил. Не надо, выключил. То есть в любой момент. И все, моя хорошая, и все. Ну все. У нас будут сладости, у нас будут бутерброды, у нас будут овощи. Все, всех люблю, всех целую. Все, обоболтали. Девчонки, пишите, как вам Гамир. Понравился. Мужчина такой прям красавец. Мне голос очень понравился. У него такой прям голос такой. Такой громогласный. Вот. Люблю таких, знаете, открытых, веселых, активных людей. Да, вот он молодец. Спасибо ему еще раз за такие кондиционеры. За то, что так быстро все сделали. Вот, за то, что он, грубо говоря, сэкономил нам 12 с лишним тысяч. Вот, что вот. Если кто из Нижнего города, обращайтесь. Жара-nn.rf. Это если так набирать. Ну и спасибо, как говорится, нашим чизкейкам. Все. С миру по нитке, нищему рубаха. Да, в общем, будем кайфоваться. Все, всех люблю, всех целую. Увидимся на мукбанке.